Лукерюшка, иди сюда. Не надо. Не надо, барин. Топереча этого не надо. А что ты так вздыхаешь? Потешились, поигрались, попользовались мною летом, а топереча вон на. Скоро всем заметно будет, всем. Тихо, не район час, барыня услышит. Ты что? Ой, действительно заметно. Ой, отдала я вам свою девичью честь, давай, дура. Тише, барыня услышит, тише, она женщина строгая. Тихо. Скоро вся деревня узнает. Ну, не реви ты так, милый, не реви. Ну, сделаем так. Я, как человек благородный, за твою любовь ко мне выдам тебя за лакея Осипа. Или, не знаю, там, за повара Степана. Ой, не пойду! Ни по чем не пойду! Ни за того, ни за другого, ни за обоих, ни за каждого в отдельности! Не пойду за них! Не пойду! Жена услышит, тише! У него принципы строгие, пойдешь, замолчи! Не пойду! Почему не пойдешь? Да потому что лакей этот ваш, грубый он, не ласковый. Все время говорит, сделай мне больно. А повар? Да вообще никакой. Какой-то он. Слабоват он, но по мужской части, в смысле. Откуда ты знаешь? Да уж разузнала. А вот что, барин, а посватайте меня за кучера вашего, за Архипа. От мужик, мужичара, там мужичища, от ненасытный. Ой, никакого удержа на него нету. Ну, Лукерия. Ой. Ты что, уже и его испробовала? Да никого я не пробовала. Это барыня мне, супруга ваша, про них рассказывала. А она женщина, ох, строгая. Не каждый угодить-то ей может. Все, за Архипа хочу. Вот так. За Архипа. Барыня, Архип.